И всем привет, с вами я, Кирик. И в этом видео... мы будем смотреть, как снять видео с веб-камеры без никаких программ. Видео совершенно тупое. Я его нарыл совсем недавно. Тупее видео я еще не видел. Ребят, серьезно. Так, ну ладно, начнем просмотр. Это тупизма. Здравствуйте. И сегодня я вам покажу, как снять видео с веб-камеры. И вот этот способ, что я вам покажу, для этого не нужно ни программ и никаких сайтов. Да ладно, сама на сайте YouTube сидит. Ага, и программа screencast-o-matic.com. Наврала все-таки. Итак, начнем. Заходите на YouTube. Ну зашли, и что дальше? И, как я сказал, никаких программ, никаких сайтов. Ты уже это второй раз повторяешь. Давай ближе к делу. Так для этого нужно? Ну, вы должны быть зарегистрированы на... Это самому древнему чайнику понятно, что мы должны быть зарегистрированы на сайте YouTube. Иначе ничего не будет. Ну ладно, давайте смотреть дальше. YouTube обязательно. А если вы не зарегистрированы, у вас не получится снять видео с веб-камеры. Итак. Ну это и коту понятно, что у нас не получится, потому что когда мы нажмем добавить видео, нас сразу же перенесет на экран регистрации. Поехали дальше. Так, заходите на YouTube. Нажимаете здесь вот сверху. Ага, а что, кнопка добавить видео бывает снизу, слева, справа, посередине? Не знал. Добавить видео. И вот здесь есть запись в веб-камере, слайд-шоу, Google. Google? Или все-таки Google? Давайте доверимся записи, то что это Google Plus. И продолжим смотреть дальше. Там что-то в прямом эфире, видеоредактор. Но нас интересует запись веб-камер. Нажимаем. Веб-камеры или все-таки веб-камеры? Странно. На запись. Хотя бы запись, а не папись какая-нибудь. Ну ладно, смотрим дальше. Вот. У нас выходит такое окошко. А ты хоть знаешь, что это за окошко? Нажимаете «Разрешить» и кнопку «Закрыть». Пипец. Я офигею с того, как... Наша блогерша и учитель сделала веб-камеру. Я думаю, в дальнейшем она покажет свое личико. Ну, смотрим дальше. Вот. Вас снимает с веб-камеры. Ну, это и лешему понятно, что нас снимают с веб-камеры. И теперь, когда вы хотите, чтобы запись начала идти, нажмите кнопку «Начать запись». Да ладно! Я-то думал, какую же клавишу нажать? Enter, пробел, Shift, Control. Оказывается, нужно нажать левой кнопкой мыши по надписи «Начать запись». Учту. Когда-то вы хотите остановить запись, нажмите кнопку «Остановить». Мы не такие тупые. И теперь вы, если хотите отменять, удалите. Отменять? Удалять? Девочка, ты вообще русский язык учишь, а?
этот видеоурок, нажмите «Отмена». Если вы хотите его загрузить на YouTube, нажмите «Загрузить». Ребят, я такое ощущение, что у нас сделан безмозглых орангутангов. Давайте дальше смотреть. Вот оно загружается. Вот. Пишите. Название этого видеоролика, описание, теги, дата записи, оставляйте все галочки. Галочки? Может, галочки? Галочки на месте. Если у вас подключено коммерческое использование, поставьте галочку, чтобы вы зарабатывали на видео. Походу, мы реально безмозглые орангутанги. А если у вас не подключено, ничего не трогает. И чё ты заткнулась сегодня ж по этой голубой полосочке? Вот у нас здесь все сохранилось. Девочка, третий раз повторяю, может даже сотый. Вы поучи русский язык. Умоляю, слушать невозможно. И с помощью этого способа вы можете снимать видео с веб-камеры, показывать и загружать их на YouTube. Ну, до новых встреч. Да каких новых встреч? От твоих видео скоро все страницы будут. Потому что у твоего видео, дай-ка посмотреть. Хоть 3051 просмотр, но только 13 лайков и 46 дизлайков. И в комментариях, я думаю, пишут, что фу, что за дерьмо. Кто снимал? Ну ладно, досмотрим до конца. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал. Но на твой канал вообще никто больше не подпишется после этого видео. И поставьте обязательно лайк. Я, конечно же, поставлю этому видео дизлайк. Пока. Ну что ж, ребят, подведем итоги этого видео. Видео совершенно тупое, ничему новому нас не научило. Пропалилась программа, пропалился сайт сам. Даже сказать больше нечего насчет этого. Ребят, я так думаю, вы сейчас посмотрите это видео и сделаете для себя выводы. Как снимать, конечно же, не надо. А в конце я хочу вам порекомендовать канал моего лучшего друга. Сейчас я вам его покажу. Этот канал называется Мини-Гейм. Он делает обзоры на всякие видео, игры. Игры, потом всякую фигню, короче, там делает. Канал стоящий, так что это подписаться. Ладно, с вами был Кирик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ставьте лайки. Еще. Ну и пишите в комментариях, чего вы еще хотите увидеть от меня. Какой видео троллинг вы хотите от меня увидеть, потом какой обзор. Все пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Пока.